Доброе всем, придоброе утро. Вернее, уже день. Я уже почти скоро закрываться буду. Хочу вам показать, какую я вчера маечку купила, футболочку. Не знаю, как ее назвать. В общем, смотрите, она вообще необычная. С такими рукавами. Прикольными. Мне вот только что вот рукава понравились. Рукава и цена. Это Primark 10 евро. Представляете, всего десяточка. Вот такая я сегодня в штанишках. Тут немного заправила. Сзади оставила. Вот штаны из сферы. Они это вот льняные. В общем, прикольная, да? Такая классная. Мне прям вот из рукав понравилась. Летучая мышь такая. Я улетаю на большом воздушном шаре, куда не знаю, зачем не знаю. В общем, так как-то. Уже, знаете, чувствуется такая вот какая-то тусеня на улице. У нас вот тут вот очень узко проезжать. И когда приезжают туристы, постоянно, ну, вторая половинка начинает говорить: да, налево, налево, чуть направо, чуть туда, чуть сюда. И вот буквально вот это в последнее время этого не было слышно, потому что здесь разъезжали только местные, а местные уже хорошо здесь могут ездить. И сегодня я впервые пару машин услышала, как жена вышла: да-да, налево, чуть налево, чуть направо, потому что здесь такая улица, что машины входят прям вот тютелька в тютельку. И даже, знаете, вот эти машины, у которых есть сенсоры, по-моему, называются, начинают пищать, потому что настолько близко зеркала к стенке, что машина начинает типа это. Осторожно, осторожно, ой, все в голове спуталось. Ты сейчас заденешь, да? Ти мое счастье. Вчера такая дома сижу, слышу, в дверь скребется, кто-то скребется. А он говорит, муж, я не знаю, как он понял еще снизу, еще с первого этажа, как что ты дома, говорит, рванул через по ступенькам. Вот, и такой ждал маму, к маме скажи, мам, где ты была, где ты шлялась целый день. Да, а где ты шлялся целый день? Видите, туристы ходят, слышно. Английский говор. Не, ну англичане еще, конечно, не приезжают, но здесь многие живут. В общем, да, так интересно-то. Не интересно, а радостно, что мы возвращаемся в норму. Одно пугает, что все говорят, что осенью опять будет волна этого гребаного вируса. Поэтому как-то и радостно, и страшно. Ну ладно, держим кулачки, и все будет нормально. Видите, какой угол, это все вот от машин. А еще я сейчас хочу поехать в Декатлон, вот, потому что вчера, где мы были в торговом центре, там не было Декатлона, и я хочу себе посмотреть спортивные сандали, чтобы гулять, потому что даже в моих тапках очень жарко. Я видела по сайту, что там много разных сандалий есть, такие для ходьбы. И вот хочу поехать посмотреть, там недорогие есть. Такая ляпа моя сладкая. Вот, я сейчас заеду, посмотрю. Хотя у нас на этой неделе так прохладно, можно сказать, прям очень прохладно. Можно и в тапках гулять. Привет, родная страна, ты у меня, ты наша улица, улица родная. И моя машинка стоит. Здесь хороший, смотрите, прям выбор, можно выбрать, какие хотите, дорогие, подешевле. Конечно, естественно, дорогие-то не буду, зачем мне дорогие-то, можно и подешевле что-нибудь найти. В общем, сейчас буду смотреть, что почем и как. Какие-нибудь. Вот такие сандалии я себе купила. Ну, естественно, без носков надо ходить. Вот.
В них можно и по пляжу шандарахаться. То есть, прям написано было, что и в воде, и, в общем, все, им ничего не страшно. И удобные. 20 евро стоит Декатлон. Такие прям на ноге не чувствуются, знаете. Хорошо в них ходить. Можно и в горы написано, и по пляжу, и по поверхности-то вот этой вот. Прямой, кривой, в общем, по-разному. Соловей мой, соловей. Пошла я переодеваться и кушать. Блин, ну как так, а? Хожу пылесосю. В общем, пылесосом. У меня стул стоит. Нагибаюсь за какой-то фигней, блин, я об стул как долбанулась вот сюда. Вот прям шишак будет. Рога растут. Вообще. В общем, я тут решила приятно с полезным совместить. Сейчас пропылесошу. Как правильно-то, я даже не знаю. Полы протру. В общем, пока у нас ветерок дует, все высохнет быстренько. Блин, холодно вообще. Вот тебе и зима, холода, одинокие дома. Трындец. Лето. Конечно, когда были на карантине, нельзя было гулять. Была замечательная погода, 30 градусов. И все. Только нам разрешили выходить на улицу, погода изменилась. Надо было все наоборот. Но нет, погода говорит, сидите дома. А мы не сидим. Вы же дураки. Пришла белье снять. И показать, что у меня случилась беда. В общем, я ее потеряла. Вчера, короче, я смотрю, обследую эти корни. Вот, а они вот тут прям уже все сухие-присухие. Именно вот тут у основания. И я достала их, и им все кобздец, они уже гнить начали. В общем, да, не удалось мне сохранить. Но она, видимо, уже был ей кранты. Трындец ей был. И, в общем, нечего было спасать. Сейчас террасу немного помою. Мы тут на днях пришпандорили вот эту вот. Ну, конечно, не мы, не я. Муж мне пришпандорил вот этот, чтобы шланг мне не мотался везде. Еще у нас кран тут тоже сломался. Если честно, его сломала я. Но я не подала виду. А что у меня там на голове? Вот. Потому что, знаете, я поставила туда вот этот вот, вот эту раскладушку, поставила вот сюда на кран. И, короче, брала эту раскладушку, чтобы никто не слышал. И эта раскладушка вместе с краном, короче, отвинтила. Тут что было? Вся вода на меня. Я ору. Где включается вода? А, все сломалось, кран сломался. В общем, ну, это не я. Муж такой, как сломался? Я говорю, не знаю. Наверное, старый был. Вот он мне пришпандорил вчера вот такой кран. Но я специально ему сказала, чтобы я хочу здесь тоже воду иметь. Потому что, видите, тут, ну, грязнюка. Мы вчера ночью все это сделали. Вот. И вот это вот к шлангу, чтобы уходило. А вот это, вот от этого крана просто идет вода туда вниз. Вот. А там мне тоже нужна вода, ну, наполнять ведро. Вот я не пойму, то ли зуб, то ли что там мешается. В общем, да, теперь у меня все ширкардос. Так вот. Вот, открываешь. И все. И идешь мыть террасу. Так, сегодня хотела сардины. Я же сегодня в Меркадон еще заехала. Там она рядом с Декатлоном. Прям дверь в дверь. Черешни купила, хотела сардины купить. Они, зараза, дорогие. И думаю, значит, без сардин будет зашибись. Вот так вот все, видите? Так вот все. Берешь и моешь. Сначала делаешь себе вот такую дорожку, потому что здесь так горячо. Не так, а горячо. И моешь. Так вот. И все. В общем, сардины откладываются. Не будет сардин пока. Ну, потому что, во-первых, я за ними в магазин просто не поеду. А так бы что ее вон сделала и все. В общем, у меня горе. Зараза, два раза. Не удалось. Ну,
Понятно, она была полугнилая, получо. В общем. Ну, мне вчера даже не обидно было, потому что с покупками. Сейчас, кстати, вам буду показывать все. С покупками, и мне не до нее было. Ладно, сейчас помою все быстренько. И пойдем с вами примерку делать. Соловей, буду разговаривать. В общем, сейчас вам покажу, что купила. В принципе, я много себе ничего не купила. Вот, поэтому как бы особых таких примерок-то и не будет, потому что я вот купила, сейчас покажу. Купила вот такой вот шорты, джинсы, не знаю, бриджи, как их назвать, не знаю. Вот, я хотела что-то такое, знаете, чтобы не слишком короткое, но и не длинное. И я еще посмотрела, у нас в магазинах очень часто стали продавать такие вот шорты, но они были вот тут вот как бы отрезаны и лохмотья торчат. И вот такую кофточку себе купила под джинсики. Вот, мне воротник приглянулся. Блин, дай мне рассказать. Вот он молчал. Я начала говорить, и он заговорил. Все. Заткнись. В общем, вот так. Вот такой лук. Мне рубашка из-за воротника понравилась. Такой прикольный воротник. Вот. А эти удобны очень. Нигде не жмут. Ну, еще поясок какой-нибудь красивый сюда прилепить, пришпандорить, и все. И будет все замечательно и кулюторно. Так, что еще? А, ну и вот кроссовки, не кроссовки. Что это такое? Даже не знаю. Я вчера вам показывала. Как их назвать-то, даже не знаю. Эти сандали, не сандали. Ну, вот очень удобные, классные вообще. И, в общем, мне очень понравились. Именно вот такого плана, чтобы ходить куда-то, что-то. И вот, да, вот их приобрела. Ну, там еще купила себе лифчики, трусы, как обычно. Много трусов не бывает. И я еще в примарке беру вот такие вот вешалки. Они, блин, очень классные. Вот такие, 10 штук, стоят 4 евро. Вот, они такие, знаете, как шершавые, и с них одежда не падает. В общем, что, трусы, что ли, вам показывать? Или что? А, и, да, люфчик, труселя. Труселя я ношу только вот натуральный, как говорится, продукт. Хлопчатобумажный или там как лен, хлопок, что там сделано-то? Непонятно. Я не люблю синтетическое белье нижнее. Особенно труселя, потому что, ну, понятно, да, что все это потом не впитывается, воняет, в общем. Извините за подробности, но, блин, оно и так, оно и есть ведь, или у вас не так, или у вас все по-другому. Вот. Сейчас. О, мои парашюты. Вот такие вот парашютики. Вот, старалась брать, чтобы вот тут шов был как можно меньше, ну, чтобы не выделялся под одеждой. Сейчас же все тоненько. Вот, и чтобы не выделялось, вот такие труселя взяла. И все, друзья, больше у меня показать вам нечего. Ну, майку я сегодня вам показывала. Вот эту вот, с такими классными рукавами. А вообще, одежды тут до хрена, когда куда носить? На работу куда носить, а что делать, да. Вот, и все, вот такие вот у нас дела. Все, я пойду переодеваться еще раз и пойдем с Чарли на прогулку. На пляж поеду сегодня. Посмотрю, что там за погода. Я приехала на пляж, а у нас тут, оказывается, вполне пляжный денек. Море тихое, спокойное. Я думала, тут шторм фигашит. Но нет, хорошо так, ветра нет. Вообще лафа. Представляете, какая обманчивая погода может быть дома, хотя мы находимся там в 2-3 километрах от моря. Но все равно в городе одна погода, а на пляже здесь совсем иначе. Я в своих новых сандалях, удобно, кстати, в них ходить. Вот.
Черингита. Черингита — это вот такие пляжные барчики, ресторанчики. Все переполнены, сидят все. Наверное, с Гранады к нам все приехали здесь отдыхать. Ой. Везут, видите, зонтики привезли, лежаки на КамАЗе. Так что будут к лету готовиться. А еще я не вижу ни одного этого. А вон там тоже. Ни одного смотрящего на пляже. Видите? Море шикарное. Прям хоть иди купайся. Смотрите, как море сожрало пляж. Буквально на той неделе. Там вот внизу можно было прекрасно загорать. Если вы помните, смотрели влоги. А сегодня все. Тут никого нету, потому что море слопало пляж. И вода, небось, ледяная. Пойду попробую, зато там вижу уйма народу. Так как в моих тапках можно и по воде. Вода ледяная, друзья, как в речке. Ой, Чарли привязан. А Чарли не любит воду. О, ледяная, как в речке. Мамочки. После шторма всегда вода леденющая. Ну, логично, да? Что ты там вынюхиваешь, Чарли? Буду фоточку делать в Инстаграм. Все. Волны, да? Тебе не нравятся волны? Вам забыла показать, Вить. Я вчера вопрос задавала в примарке, когда была, говорю, купить или не купить. Большинство проголосовало за купить. В общем, вот такая у меня сумка. Она всего 12 евро стоит, но мне кажется, на лето вообще шикардос, потому что я смотрела в других магазинах, в общем, она такие, ну, похожие сумки почти есть в каждом магазине. Ну, там, правда, цена намного выше, чем эта. То есть 12 самый дешевый, потом идет 17. Зачем переплачивать, когда вот шикардосная сумка. На лето классная вообще. Смотрите, вместительная. Все замечательно. Телефон, камеру положу. Мне кажется, классно. Блин, не могу в душ сходить. Закончился газ, а я не могу поменять на другой. Что-то не зажигается, не знаю, не получается. А мужа нету. Где он шатается? Вот хожу как чунька. Я вообще, когда погуляю, люблю в душ сходить потом. Ну, естественно, все, наверное, так любят. А вот хожу как чушка грязная. Вот, блин, горячей воды нет. Прикол. Сейчас буду сообщение писать. Так вот. Цветочки вам мои. На это. Я вот по вашим комментариям срезала все, которые вот уже отцвели. Он тут немножко еще цветет. Тоже надо срезать. И говорят, что пойдут другие. Будут цвести. Вот что-то я пока не замечаю, чтобы другие шли. Ну ладно, вырастут еще. А этот вот, да, цветет. Вот фу на него. Красивый. Чуть там уже почти спал. Я его потревожила. Ну ладно, буду с вами грязной прощаться. А что делать? А что делать-то? Я в холодную не люблю, я мерзлячка. Я мерзлячка, ты мерзляк, я. Так что вот так, друзья. Испания без горячей воды. Как в России, по-моему, в это же время отключают горячую воду у нас там, да? На неделю или на две. У нас тоже нет воды. Горячей. Ну, ничего. Будет. Ладно, всего самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.